Приветствую всех на своем канале. В этом видео я поделюсь с вами рецептом, как сделать картошку по-селянски, картошку по-домашнему в духовке. Для этого я почистила и помыла картошку. Также подготовила противень. Картошки у меня тут примерно 10 штук на 3 человека. Мне нужно будет картошку порезать дольками для этого рецепта. Также взять травы до картопля, это травы к картошке. Можно заменить другими травами по вашему вкусу. Я считаю, что очень хорошо подойдет хмели, сунели для этого. Сейчас я вам покажу, как я дольками порежу картошку для этого блюда. Берем картошку, режем на 4 дольки, затем каждую дольку еще напополам. А если картошка очень большая, то можно еще делить на несколько долек, чтобы были эти дольки не совсем такими огромными и хорошо пропитались, прожарились в духовке, чтобы получилась золотистая красивая корочка. И таким образом я чикаю каждую картошечку. Если попадается где-то кусок испорченной картошки, обязательно нужно его отрезать. Вот я начикала уже 10 картошин. Осталась последняя. Делю ее на несколько долек. Теперь я перемешаю картошку с солью и с травами. Беру приправу для картошки специальную. Также немного возьму хмели сунели, оно придает тоже дополнительный такой аромат и очень вкус приятный. Также хмели сунели я люблю добавлять, когда тушу капусту или картошку с мясом. Также солю картошечку, примерно несколько небольших таких ложечек. Теперь ложкой я перемешаю всю эту красоту. Конечно, нужно полить подсолнечным маслом. Лью я на глаз не очень много, примерно столовую ложку. И тщательно перемешиваю, чтобы эта вся красота подружилась с картошкой, чтобы картошка с травами и солью вместе все перемешалось, подружилось, полюбилось там и пропиталось. После того, как я тщательно всю эту красоту перемешаю, нужно картошечку распределить равномерно по противню, так чтобы полностью она покрывала противень, не было никаких там пропусков. И чтобы могла картошечка полностью вся равномерно пропечься в духовке. Вот так вот ложечкой я помогаю себе, поправляю все это дело, да. Затем в разогретую духовку я ставлю картошку с помощью волосатой чьей-то руки. Оставляю примерно на 30-40 минут. Прошло примерно полчаса или даже 40 минут. И картошка наша выглядит вот так вот. Я ее перемешала и оставляю еще примерно на минут 10 до полной готовности. Вот наша картошечка постояла, она уже полностью готова, и мы можем насыпать и кушать. Делаем картошечке какой-нибудь салат. Я себе сделала салат из огурцов и помидоров. Называется он «Эхо лета», так как я его делаю, это блюдо зимой, и насыпаю картошечку. Смотрите, какая она красивая, румяная получилась и очень-очень вкусная. Всем рекомендую попробовать дома такую вот селянскую домашнюю картошку. Очень вкусная, вам обязательно должно понравиться. Так что пробуйте и приятного вам аппетита! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. До новых встреч.